Сегодня у нас в программе очень волнующее событие. Круиз на реактивном катере по реке Клюта. Река Клюта – это самая длинная река на Южном острове. Она простирается на длину больше 330 километров. Это самая полноводная и быстрая река во всей Новой Зеландии. Езда на реактивном катере JetBot – очень необычное впечатление. Во-первых, этот катер способен развивать бешеную скорость до 90 км в час. И на воде это особенно чувствуется. Во-вторых, и это очень важное преимущество, такой реактивный катер способен двигаться по мелководью. Буквально 10-15 сантиметров достаточно ему для того, чтобы он смог лететь на большой скорости. И, кстати, JetBot или реактивный катер изобрели именно в Новой Зеландии. Изобретатель по имени Билл Хамильтон изобрел реактивный двигатель для такой лодки в 1954 году. Именно для таких новозеландских быстрых горных рек, которые местами очень мелкие, была придумана эта лодка. Очень интересен принцип устройства такого реактивного двигателя. Этот двигатель находится в корпусе лодки, и он с одной стороны в середине лодки засасывает воду, а с другой стороны на корме он выбрасывает струю воды, и которая тем самым толкает лодку вперед. Такие лодки очень маневренны и позволяют делать немыслимые развороты в 360 градусов на полном ходу. Нам очень повезло, что весь наш круиз полностью происходил на реке Клюта. Обычно все такие круизы стартуют с озера Уанака, и лодка плывет с озера до реки. На это уходит немало времени, но в этот день на озере были слишком большие волны, поэтому ребята привезли лодку сразу на реку, и весь круиз у нас происходил по реке, что было гораздо интереснее. Этот был наш последний третий день на озере Уанака. И перед тем, как отправиться дальше в Кинстаун, мы хотели сделать круиз, а также отправиться в трек на голубые озера Blue Pools, которые находятся в национальном парке Mount Aspiring. So we're going to do it all over again, guys, except backwards.
Монако. Там какая-то очень интересная дорожка, она вся с какими-то числами, годами. Мы начали с 68-го года. Вау. Каждый год они отмечают и пишут важные события, которые произошли. А кому-то не сидится спокойно, каждый день по треку или поход. Хоть малюсенький, но сделать. Опять-таки, планировали совершенно что-то другое сегодня. Мы планировали Blue Pulse Track, часть езды от Ванаки. Он оказался закрытым. Вот прошли первые 192 метра. Немножко поднялись. Уже красиво. Маунт Айрон. Зайцы расплодились не себя. Анахну Патрек, Алину Лихар. Они летают от Дайнба из Агоба. Улай хаци километр, 500 метр алия. Виеш по дефибриллятор. Даже самый маленький трек в итоге оказывается таким милым, самый простейший. Чуть ли не у самого центра городка, все равно в нем есть какая-то, не знаю, своя изюминка, свой завид. Он почти в центре города.
Милейший трек. Простенький, коротенький. Спорт хороший. Нью-Зеланд рай для таких, как мы. Для такого, как мы. И не очень серьезных пока еще. Таких, которые боксана. Все цветет. Запахи. Это не просто все цветет. Здесь еще запах сумасшедший. Просто все, что может цвести, цветет. Вся гора просто засажена этими цветущими деревьями, огромными, красивыми. Это все вот цветет, просто такая весна красивая в Новой Зеландии. Вау! Это пошел знакомый фотокопс. Кама Кеса, Кама Ре, Кама Йохи, Йохи. Ившар, Ившар, Ившар. Красиво, очень, очень, очень.